Мы находимся на Whisky House Hold Expo. В рамках Whisky происходит деловая программа, у нас спикер в эфире. Алексей, расскажите, про что будете рассказывать, что доносить и какой опыт передавать аудитории. Добрый день. Я буду рассказывать в 2 часа о том, как изменить сознание сотрудников и как проанализировать бизнес так, чтобы увеличить продажи. Я представлю аудитории очень интересный кейс, который я лично воплощал в жизнь, когда я работал в компании Leroy Merlin. Кейс касается 2008 года, когда принималось стратегическое решение о том, как будет развиваться компания и о том, какие результаты показывал тогда один из ведущих магазинов и какие действия мы предприняли для того, чтобы эту тенденцию перевернуть. База этого бизнеса и база этих решений лежит в очень простых вещах, которые доступны любому ритейлеру, любой компании, даже производителю. Но обратив внимание на эти вещи, чуть-чуть поменяв свой взгляд на этот подход и приняв пару небольших фишек, можно действительно изменить результат и добиться исключительных данных. Насколько сильно изменились инструменты с 2008 года, сейчас 2019, насколько они применимы, насколько вот рынок сильно поменялся, и технологии поменялись, и сами участники рынка очень сильно изменились, насколько применимо? Абсолютно верно. Но они поменялись в лучшую сторону. Сильно изменились и изменились сильно в лучшую сторону, потому что я говорю про процессы и про психологический и также менеджерский подход к аналитике. Что сильно изменилось, это возможность быстро анализировать, искусственный интеллект. Достаточно дешевые способы работы с товарным запасом. Они стали проще, то есть они быстрее нам дают информацию, которую мы можем проанализировать и воплотить в жизнь. Раньше у меня это занимало несколько месяцев анализа, возможно. Сейчас это можно сделать за несколько минут или несколько часов. То есть преимущество того, что, о чем я хочу рассказать, в том, что тогда приходилось много делать в ручном режиме. Сегодня можно сделать это просто. Но главное, как посмотреть на эти вещи и какие инструменты применить. Вот об этом я и поделюсь с аудиторией. Вот такие эксперты на деловой программе в рамках выставки Household Expo. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспертами.